мужик странный. Чего он смотрит? Ребят, кто из вас Артем? Артем кто? А, я не Артем, я Игорь. Значит, вы Артем. Значит, я. Ну, смотря с какой стороны посмотреть. А вы кто? Я Виталий, муж Кристины. А, ничего себе, слушайте, проходите, присаживайтесь. Муж Кристины. Что ж вы сразу-то не сказали? Ну-ка, Артем, посади гостя к нам. Вот это гость. Что ж вы сразу-то не сказали? Может, подойдем, поговорим? Нет. Артем, ну-ка, посади гостя. Присаживайтесь. Посадите. Садитесь вы, муж Кристины. Я хотел. Это наш муж. Да. Вообще, все за наш счет, все оплачено, не переживайте. А как вообще прошли на фейс-контроле? Все в порядке? Ну вот в курточке вашей, ну вот в этой, ну елки-палки, ну могли же возникнуть проблемы, а вы прошли. Такой винтажный стилек 1974 года. Кстати, штаны тоже очень крутые, по цвету подходят к кроссовкам. Успокойся, тебе нельзя так нервничать. В твоем возрасте так сердце разорвется. Кристина, а? Кристина, верни нам деда. Кристина, ты-то что вскочил, сядь. Я хотел поговорить, просить прощения, ты не отвечаешь на звонки. Поговорил? Просил? Я тебя прощаю. Послушай, дело же не в том, что мы не любим друг друга. Дело в том, как мы жили. Мы хотели вообще про войну послушать. Я очень тебя люблю. Кто с папой пришел? Послушай. Кристин, что происходит, не могу понять, а? Что бы ты ни решил, я всегда приму тебя. Уйди, всегда. Пожалуйста. Девушка, ты куда свалил? Кристин, ну что такое, а? Вот всегда так. Игорь, женщина отвали. Вносит разлад в Игорь. Крепкую мужскую компанию. Да-да-да. Выпей. Нет, так делать не надо. А то что? Опасно, палец сломать можно. Это очень маловероятно. Маловероятно, то, что я тебе сейчас лоб пробью. Но это тоже может случиться. Хочешь, проверим? Иди отсюда. Давай. На парковке. Пойдем. Задержи. Господин Стэн! Кристина! Кристина! В машину. Ты что, хочешь к нему обратно вернуться? Подожди, полиция позвонит. Не надо было так делать. Не надо так разговаривать. Какой герой, а? Слушай, меня реально напрягает. Я его сдам ментам сейчас. От тебя растаять, раствориться в толпе, как в табачном гре, кружиться, забыться, там рук незнакомых жар, ночные поцелуи, свободы, беспечный дар, прямое, прямое, в толпе, как в табачном гре.
бежать и не знать ни боли, ни страха, ни чувствовать, ни желать, лишь верить, как когда-то. Смотри, это ржавый лед, не губы обжигает, дрожит в паутине слез, в ладонях не тает он. Холодный свет жестоких звезд все гонит, будто раненую птицу яростную ночь. Холодный свет жестоких звезд, но крылья смахните легкие, улетают прочь. Невозможно забыть тебя, невозможно забыть тебя, как первый снег, как зимнюю грозу. Невозможно забыть тебя, невозможно забыть тебя, как самую прекрасную мечту. Смотри, там мужик какой-то пьяный шатается. Давай у него спросим. Извините, вы не подскажете? Так, понятно. Поехали. А теперь понятно, откуда такие олени, как Виталик, берутся. Ты там высматриваешь. Вот ты думаешь, он правда вот так просто шатается? Куда ты едешь-то, а? Куда? А? Трубочки забыла свои. Эй, ты меня видишь вообще? Пусти меня. Ну в чем дело? Ну что такое? Приехала, а ты не открываешь. Ну зачем тебе воспоминания, которые тянут тебя назад? Когда со мной ты можешь идти вперед. Да ты издеваешься, что ли? Я тут как дура из Москвы сюда мчалась. Ты даже меня в машину не можешь пустить! Это тебе. Хэппи Хэллоуин. Ты не хочешь меня поцеловать? Хочу. Тогда почему не целуешь? Потому что я не знаю, хочешь ли этого ты. Почему я могу не хотеть? Ну,
Потому что мы с тобой очень разные. Ты имеешь в виду возраст? Это тоже. Значит, если мы сейчас поцелуемся, это будет неправильно. Ну, для обыкновенных людей, да. Если мы с тобой были не ты, не я, а адекватные люди, они бы так, конечно, не поступили. Но в наших обстоятельствах. Мы-то с тобой неадекватные люди. Эй, братишка, чё стоим-то? Тихо, тихо. А чё там? Походу, дело там. Мужик со стриптизершей, переодетый в школьницу, развлекается. Тихо, тихо. Это не стриптизерша. Это реальная школьница. Чё он сказал? Оказывается, он ещё больше извращенец, чем я думал.